В школу я стараюсь идти по проверенным дорогам, не ходить там, где, возможно, были всякие прилеты, потому что это действительно очень опасно. Дом, где я живу, находится в 3 километрах от Донецкого аэропорта. Это является одной из самых горячей точки на данный момент. И мы надеемся, что принятые в Минске те соглашения, которые обязывают стороны делать то, чтобы во время учебного периода, во время учебы наших деток, никаких не было таких эксцессов, которые могли бы помешать занятиям нашим ученикам.